Пошел ты знаешь куда. Черт! Меняем план, друг. Ну, ладно. Что происходит? Полиции нужен козел отпущения, и будешь ты. Я? Пораскинь мозгами, парень. Ты никто. Кому до тебя есть дело? Корриган оказался продажным полицейским, с большими планами на будущее. Он и его дружки списали на меня историю с Мартинесом. Как только я оклемался, меня потащили в суд. Мне дали 28 лет в тюрьме Синг-Синг. 10 220 и еще 7 дней. Я не потратил впустую ни одного. Когда меня выпустили, я был готов. Спасибо, что заехал за мной, Рэй. Снаружи Нью-Йорк играл всеми красками, но изнутри это был все тот же старый город, каким я его помнил. Thank you.
Вылезай давай! Оглох! Вали отсюда! Не тормози! Не играй со мной! Thank you.
Помощь!
делать? Денег у меня нет. Я пришел не за деньгами. Ты кто такой? Я тебя не знаю. Нет, ты просто меня не помнишь. Дерьмо. Этот псих никак не уймет. Ну, побегай, побегай, урод! Говорю же, он психопат. Прикончить его, прикончить его. Если тебе нужен он, придется иметь дело с нами. Шутки, с нами.
Это на... Как же его унять? Ты думаешь, это типа парк развлечений тебе? Мы здесь не шутки шутим. Ты думаешь, это типа... Все это кепсы. Как же его унять? Дуэль, сударь. Ты на меня, что ли? У меня есть друзья. Тебе придется с ними пообщаться. Тебя стрелять учил. Дерьмо. Если не случится курьезов, как произошло в Ирландии в 2005-м, тогда Роджер Лукран, являющийся безусловным фаворитом, принял последнюю планку за финишную линию. Думая, что он уже победил, он экстравагантно салютовал перед болельщиками за 100 метров до реального финиша. В итоге он стал лишь третьим и выиграл от всего 6 тысяч евро вместо заслуженных 45. Напоминаю, на данный момент в нашем забеге... Да нет, это тот DVD-плеер. Что за бред? Они размножаются, что ли? Я хочу помочь. Да ну? Да, я тут обмозговал слегка. Кэнди пока уехал из города. Я знаю одну девицу, которая помогает ему в делах, и ей нужен водитель. Я рассказал ей про тебя. Встреча завтра утром. А почему не сейчас? Даже не знаю. Тогда поехали. А что насчет Бишопа и Слинка? Я же сказал. Думаю над этим. Что это за девушка? Немного терпения, друг. Они знают, что я вышел. Подонок уходит. Ты знаешь, кто из них его подослал? А это важно? Давай поближе, я его достану. Именно так! Закончил. С девушкой-то встречаться будем? Поехали.